65 лет Владимиру Владимировичу Сластенину, из которых последние 5 он плодотворно работает на благо ингушского народа, помогая решать самые сложные задачи, искренне переживая за республику и за ее жителей. Большой опыт работы на самых разных должностях, профессионализм, ответственный подход к решению вопросов, помогает с самого первого дня пребывания на посту председателя правительства республики добиться высоких показателей в социально-экономическом развитии. Владимир Сластенин на совещаниях, личных встречах и инспекционных выездах ставит перед кабинетом министров, руководителями профессиональных ведомств поручения подходить к каждому вопросу жителей республики ответственно, а при строительстве социально значимых объектов просит особое внимание обратить на качество. Словом, высокие показатели говорят о результатах проделанной работы. Несмотря на внешние вызовы, касаемо наличия различных ограничений и санкций, действующих в отношении бюджета республики, на некоторую нестабильность в стране, связанную с распространением коронавирусной инфекции, началом СВО, нам удалось обеспечить положительную динамику практически по всем показателям. По темпам роста валового регионального продукта 17,5%, 87 миллиардов, республика занимает одну из лидирующих позиций в Северо-Кавказском федеральном округе. На должность премьер-министра Владимир Сластенин был назначен 5 лет назад. Позже распоряжением главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова от 27 января 2020 года его назначили на должность временно исполняющего обязанности главы правительства республики. А уже после Махмуд Али Калиматов подписал указ о его назначении на должность премьер-министра. Курс развития и созидания продолжается. Путем тайного голосования депутатов Народного собрания в минувшем сентябре Владимира Сластенина переизбрали на новый срок. Глава Ингушетии отметил, что за последние годы кабинетом министров под руководством Владимира Владимировича проделана огромная работа. Все поручения председатель правительства доводит до конца. Он занял пост премьера республики в непростое время. Несмотря на все сложности, Владимир Владимирович всегда справлялся поставленными задачами. Сластенина знают как человека, знающего свое дело, грамотного специалиста, и профессионализм, его компетентность, ответственность и большой жизненный опыт. Я уверен, что его целеустремленность, последовательность, принципиальные хорошие знания региональной специфики. Я просто для примера скажу вам, за период образования нашей республики у нас было 17 председателей правительства. Просто посчитайте за 30 небольшим, сколько работает нынешний председатель. 5 лет. Мало кто работал год, полтора, может, еще. Это очень важно. Премьер-министр региона родился в 1959 году в городе Куйбышево, ныне Самаре. Окончил Куйбышевский политехнический университет, а в 1995 году Институт переподготовки и повышения квалификации при правительстве России по специальности банковское дело. Владимир Сластенин долгое время работал в органах исполнительной власти Самары. С 1984 года занимал должность заведующего отделом Октябрьского районного комитета комсомола. Затем являлся вторым и первым секретарем Куйбышевского обкома комсомола. В начале 90-х годов трудился в Ассоциации делового сотрудничества. С января 1991 года на протяжении 6 лет занимал пост управляющего филиалом Волгокамского коммерческого банка. После слияния вышеуказанной коммерческой организации с КБ «Газпром» он возглавил дополнительный офис. В дальнейшем продолжит работу в банковском секторе в должности вице-президента ОАО «КБ «Солидарность». Возглавлял департамент финансов и экономического развития Самары с 2015 года. В 2016 году занял должность вице-мэра города. Руководитель субъекта знал о профессиональных качествах нового назначенца. С того момента Сластенин ни разу не подводил. Юбиляра с днем рождения поздравил глава республики Махмуд Али Калиматов. Последние 5 лет он работает в моей команде, помогая решать любые сложные задачи, искренне переживая за нашу республику. С самого начала совместной работы нам пришлось пройти через серьезные испытания. И благодаря решительным действиям мы добивались успешных результатов даже в самые сложные моменты. Благодарен Владимиру Сластенину за сохранение стабильности
стабильности регионального бюджета, реализацию национальных проектов и продвижение прорывных проектов. Уверен, что ваш профессионализм, богатый опыт работы и исключительные личные качества позволят вам плодотворно трудиться на благо Ингушетии. Желаю крепкого здоровья, бодрости духа и неиссякаемой энергии для выполнения намеченных планов. Успехов во всех ваших начинаниях. Свой день рождения традиционно Владимир Сластенин отмечает на рабочем месте. Как правило, за решением важных республиканских задач. К поздравлениям присоединяется и коллектив национальной телерадиокомпании «МАГАС». Искренне желаем здоровья, благополучия, успехов на благо процветания республики и нашей большой страны. Хава Гагиева, Султан Магушков, Хасан Невлоев, «МАГАС-24».